Доброе утро, уважаемые коллеги. Рада видеть всех во второй день нашей работы. И, на самом деле, новый класс препаратов и совершенно новые осложнения, с которыми мы не встречались и которые принципиально отличаются от осложнений цитостатической терапии. Наиболее частые осложнения я постараюсь осветить, и второе сообщение Алексея Викторовича будет посвящено более редким осложнениям. В принципе, мы знаем, что до сих пор точные механизмы развития этих осложнений неизвестны. Безусловно, аутоиммунный компонент существует, который вызван потерей толерантности лимфоцитов к аутоантигенам. Происходит инфильтрация здоровых тканей органов активированными Т-лимфоцитами CD4 и CD8. Производится неконтролируемая, как правило, продукция воспалительных цитокинов и развиваются те или другие осложнения, которые на самом деле могут затронуть любой органы системы и которые не зависят от дозы препарата. Ну, в принципе, только для эпилюмаба работы были в зависимости от дозы. А так, в принципе, любое количество введений и доза, она может вызвать самые тяжелые осложнения, которые мы, скажем так, ну, просто должны вовремя распознать и вовремя начать лечить. И предикторы развития аутоиммунных осложнений до сих пор тоже точно неизвестны. Это, как правило, выделяется, конечно же, в самых первых клинических исследований наличия как такового аутоиммунного заболевания у пациентов. Мы знаем, что даже пациенты, имеющие такие условно контролируемые аутоиммунные заболевания, как псориаз, ревматоидный артрит, не включались даже в клинические исследования. Но опять же, накопление опыта говорит о том, что даже пациенты, имеющие аутоиммунные заболевания, далеко не у всех из них, там не более трети пациентов, проведение терапии данными препаратами приводит к обострению или декомпенсации аутоиммунных заболеваний. То есть это тоже далеко не единственный механизм. Ряд цитокинов, их наличие или продукция, интерлейкин-17, ряд генетических особенностей организма могут сопровождаться или быть причиной развития аутоиммунных заболеваний. Мы знаем, конечно, очень большая роль кишечной микрофлоры, да, огромное количество работ, огромный интерес. Наверное, он действительно имеет под собой очень веские такие биологические основания. Ясно, что это поле, которое нужно, которое еще будет осваиваться, которое будет изучаться, целый класс, целая группа новых осложнений. И происхождение реализуется несколько механизмов. Это и повышение активности Т-лимфоцитов против собственных антигенов, которые мы сказали, повышение уровня существующих аутоантигенов, особенно это имеет значение в отношении эндокринных токсичности, повышение уровня воспалительных цитокинов и, в частности, для явления гипофизита, это ряда других осложнений, это прямое связывание эпилюмаба, в частности, с стелей-4, которые могут экспрессироваться в нормальных тканях, в частности, в ткани гипофиза. И, как мы уже сказали, все органы и ткани могут быть мишенями иммунной системы. Причем, на самом деле, накопление клинического опыта приводит к появлению как раз тех осложнений, которые составляют 0,1%, 0,2%. И то количество пациентов, которое уже пролечено в мире, оно привело к тому, что уже крайне редкие осложнения, они становятся не такими уж и редкими. Они уже фиксируются и в своей такой развернутой клинической картине. Я буду говорить в своей лекции о токсичной стороне кожи и кишечника. Это первые лидеры, да, системы органов, поражаемые иммунной системой. Ну и мы видим, что все, что угодно, система крови, органы зрения, ткань мозга, это все может быть объектом мишенями стороны иммунной системы. И опять же, такие общие данные, которые мы уже знаем, на круг ингибиторы стелей-4 более токсичны, чем ингибиторы PD-1 и PD-L1, и особенно токсичность, приводящая к угрозе для жизни пациента и даже гибели пациента, токсичность 3, 4 и 5 степени летальные исходы, они, в принципе, описаны в основном для ингибиторов стелей-4. И поскольку мы сейчас уже работаем с комбинацией препаратов при раке почки, при меланоме, мы сталкиваемся уже с сверхострой токсичностью, которая развивается в течение первых дней, первых двух недель от использования комбинированной терапии. И это уже действительно принципиально серьезное осложнение. Больше половины пациентов имеют осложнение 3-4 степени. И в основном это также затрагивает систему пищеварительного тракта, гепатиты, кожная токсичность. И, как правило, такая сверхострая токсичность, она резистентна к стероидам. То есть эти пациенты, они практически всегда нуждаются уже в использовании более сильных иммуносупрессоров, инфлексимаба и так далее.
Основные принципы, они сформулированы уже, в принципе, несколько лет. Это безусловное образование всех, кто принимает участие в лечении этих пациентов, да, и в первую очередь самих пациентов. То есть пациенты должны быть информированы о всех симптомах, информированы о скорости развития, да, что сильное развитие событий может быть достаточно молниеносным даже. Поэтому ранняя диагностика при совместных усилиях, да, со стороны медицинского персонала и пациентов, и окружающих лиц, которые являются членами семьи и так далее. То есть, на самом деле информированность всех участников этого процесса она должна быть максимально полной. И, безусловно, то, что требуется уже от нас, это полное следование стандартам и алгоритмам коррекции этих осложнений, поскольку именно это ну, практически всегда гарантирует достижение успеха. Ну, в принципе, информативность, вернее, виды информирования пациентов и лиц, обеспечивающих уход за пациентом, оно самое различное. Существуют карточки, специальные материалы для пациентов, в которых ну, в максимально доступной форме, конечно же, должно быть это объяснено. И общие рекомендации, они тоже сформулированы уже некоторое время назад, несколько лет, наверное, назад, но они обновляются. И вот рекомендации, которые опубликованы в 2018 году, они общие, на самом деле, для всех видов осложнений, и мы видим, что они полностью зависят от степени. То есть наша задача, во-первых, оценить степень тяжести, потому что для каждой степени совокупность симптомов для каждого системы органа существует, поэтому мы должны первое оценить степень тяжести и действовать уже в зависимости от выявленной степени. Мы видим, что для первой степени тяжести мы можем продолжить иммунотерапию, в принципе, но при тщательном мониторировании симптомов и при наличии поддерживающей терапии. Например, если это диарея первой степени, то мы можем использовать антидиарейные препараты и продолжить введение лечения иммуно-онкологическими препаратами. Но если мы подозреваем развитие уже серьезных осложнений, редких осложнений, которые могут быть, очень часто быть серьезными, это неврологические, кардиологические и гематологические осложнения, то даже при первой степени мы должны отсрочить продолжение лечения и обеспечить контроль, мониторинг и, в принципе, необходимое лечение уже первой стадии этих осложнений. Для второй, безусловно, мы уже прерываем введение иммунных препаратов, отсрочиваем до купирования меньше первой степени, начинаем терапию малыми дозами стероидов до миллиграмма на килограмм веса. И тоже очень важный момент, он всегда упоминается и очень действительно, он принципиально важен, уменьшение дозы стероидов должно быть медленное, не меньше месяца, не меньше полутора месяцев, постепенное снижение, потому что если мы отменим резко, то вот это волнообразное повторное развитие этих осложнений, может быть, и в более выраженной степени, оно, к сожалению, может быть. Поэтому и пациент должен быть информирован, и врач должен быть помнить, что очень длительное снижение дозы препарата, стероидных препаратов. Третья степень тяжести – это, безусловно, уже серьезное осложнение, как правило, необходимость в госпитализации пациента, увеличение дозы стероидов до 2 мг на килограмм веса. И в том случае, если в течение 2-3 суток мы не видим эффекта стероидных препаратов, то мы должны, безусловно, переходить на более сильные иммуносупрессоры. Инфлексимаб, цитостатики, циклофосфан, например, циклофосфамид, метотрексат. То есть, в принципе, уже более активное, безусловно, лечение. И четвертая степень – это полное прекращение иммунотерапии, но допускается продолжение при наличии только эндокринопатии, поскольку эндокринопатия – это вид осложнений, который довольно хорошо контролируется заместительной гормонотерапией. И что очень важно, что практически для большинства осложнений, особенно если вторая, третья степень тяжести, практически всегда имеются показания для выявления уже, вполне уже инвазивных процедур или таких эндоскопических процедур. Поэтому, безусловно, должна быть возможность обследования пациентов, выполнения биопсии кожи, выполнения колоноскопии, выполнения бронхоскопии и так далее у пациента должна быть. То есть у каждого пациента, который получает иммуно-онкологический препарат, должна быть возможность обращение в тот центр, который сможет обеспечить максимально полное и обследование, и соответствующее лечение. Ну, это уже известные наши данные о том, что данные ретроспективные, да, в чем, скажем так, особенности пока всех сообщений о осложнениях, что пока нет рандомизированных проспективных исследований, поэтому все мы оцениваем пока только при ретроспективном анализе уже проведенных исследований. И в частности о том, что если мы отменяем лечение из-за токсичности, то мы не видим потери эффекта. Ни выживаемость без прогрессирования, ни в общей выживаемости. Поэтому и, в принципе, работы о том, что само наличие осложнений является предиктором ответа, эти работы все более и более, скажем так, убедительные, все больше и больше количество клинического материала оценивается.
Поэтому, в принципе, не нужно бояться их развития, при необходимости не нужно бояться их отмены, поскольку, на самом деле, это, как правило, не сопровождается потерей эффекта. И в то же время, почему важно уточнять у пациента, узнавать у пациента и не начинать лечение больных, которые принимают гормоны в более высоких, чем 4 мг в сутки дозе в эквиваленте преднизолона, потому что, к сожалению, если такие дозы препаратов принимаются, если у пациента поражение головного мозга или другие сопутствующие или просто проявления заболевания, требующие назначения гормонов, то если доза довольно высокая, более чем 10 мг в сутки, то, к сожалению, происходит потеря эффекта. Поэтому те пациенты, которые нуждаются изначально в гормонотерапии довольно высокими дозами, они, к сожалению, будут принципиально иметь меньшую пользу от назначения иммунологических препаратов. Поэтому не боимся назначать гормоны для купирования осложнений, но знаем, что пациенты, получающие высокие дозы гормонотерапии, не будут иметь принципиально такой высокой пользы от иммунных препаратов. Это то, о чем я уже начала говорить, это связь клинического эффекта и наличия осложнений. В принципе, все больше и больше работ подтверждают эту позитивную связь. Особенно это убедительно для дерматологических осложнений, в частности, развитие витилиго у больных меланомы, как правило, со 100% вероятностью предсказывает реализацию эффекта. И для других видов осложнений, то есть скорее да, чем нет. Особенно, вот тоже коллега из Архангельского Росмочера уже обсуждали, да, наличие развития патологии со стороны щитовидной железы у больных раком легкого, это, как правило, коррелирует с большей эффективностью. Как раз эти работы, которые опубликованы буквально в 2019 году, мы видим оценку, ретроспективную оценку более 100 пациентов, которые получали анти-ПД-1 терапию, и у тех пациентов, у которых развивался нежелательное явление, их эффективность достигала 80%. А если этих реакций не было, то не более 17%. То есть довольно большая разница, и причем эта разница коррелировала и с выживаемостью без прогрессирования, и с общей выживаемостью. То есть различия довольно большие, значимые. И вот работа буквально, о которой мы сейчас подготовились к данной статье, уже еще большее количество пациентов, около 300 больных немноклеточным раком легкого, тоже практически трехкратное различие в числе объяснительных ответов, и медиана выживаемости без прогрессирования практически в 3 раза различаются. Медиана общей выживаемости у больных, имеющих осложнения, она еще не достигнута, в то время как у больных, которые без осложнений перенесли лечение, она достигнута и не превышает 8 месяцев. Поэтому, в принципе, это действительно это факт, ну, подтверждающий еще раз, что иммунная система работает, да, что она, да, приводит к развитию осложнений, но она, по крайней мере, она борется с опухолью абсолютно точно. Но если мы перейдем уже к тем основным группам осложнений, то дерматологические осложнения, они примерно наиболее частые осложнения. Если мы говорим об эпилеумабе, то это каждый третий пациент. Если мы говорим о комбинации, то это практически каждый 7 пациентов из 10 будут иметь те или иные осложнения. И различные самые проявления. Мы знаем кожную сыпь в основном, да, это макулопапулярная сыпь, папулопустулезная, фолликулярная, уртикарная, витилиго, о котором мы говорим, который является предиктором еще раз ответа. Как правило, у больных меланомы он развивается. Различные виды, которые требуют в зависимости от степени тяжести и назначения топических кортикостероидов, и при более значительной площади поражения использования уже внутривенных или пероральных стероидных препаратов. То есть, в принципе, коррекции, они все, конечно же, соблюдаются. Тоже при необходимости мы прибегаем к помощи дерматологов, использованию уже, если нужно, топических антибактериальных препаратов, десенсибилизирующих препаратов, то есть комплекс препаратов, он тоже уже известен. Известен и разработан. И опять же, накопление опыта приводит к тому, что выявляются и более редкие осложнения, это и лихиноидный дерматит, и буллозный пемфигоид, то есть те осложнения, которые мы в дерматологии там тоже видели у одного пациента, может быть, из 100, и здесь то же самое, крайне редко, но они бывают. И поражение явления паранихи, и виды выпадения волос, и гнездные, и тотальные, и, безусловно, тяжелые осложнения, жизнеугрожающие осложнения, синдрома Стивенса-Джонсона и так далее, эпидермальный некролиз. То есть все это довольно серьезно, и на самом деле, если есть необходимость контакта с дерматологами, она, конечно, должна быть, потому что многие осложнения нам, как онкологам, мы с ними можем столкнуться впервые в жизни вот, с проявлениями, именно проводя лечение данных пациентов.
Гистологически, если мы выполним биоптат кожи, то будет лимфоцитарная инфильтрация, преобладание Т-лимфоцитов, CD8 Т-лимфоцитов, иногда эозинофильная инфильтрация, может быть повреждение эпидермиса в том случае, если происходит токсическая отслойка эпидермиса, явление различных гиперкератоза, паракератоза, акантоза, то есть, в принципе, то, что может являться проявлением аутоиммунного повреждения кожи. И когда мы нуждаемся в помощи дерматолога, ну, так условно-плановая, то есть несрочная консультация крайне желательно, безусловно, это при второй степени тяжести, если поражено от 10 до 30% площади тела. И при таких особенностях сыпи, если есть волдырная сыпь, причем 1% площади тела, это буквально совершенно изолированный участок тела. Да, это, мы помним, что ладони, например, это 9% площади тела. То есть буквально наличие одной волдырной сыпи, одного элемента волдырной сыпи, это уже основание для консультации дерматолога, поскольку действительно это может быть первым проявлением таких токсических серьезных осложнений, как синдром Стивенса-Джонсона, например. И, безусловно, срочная консультация, это уже третья степень тяжести, уртикарная сыпь более 1% площади тела, поражение слизистых, это уже такой крайне риск высокий риск тяжелого осложнения и наличие болевого синдрома. Если мы переходим ко второй группе осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, то также мы видим, что для ипилимумаба, для ингибиторов сетилы Е4 большая частота всех осложнений, это вот оранжевые и красные столбики, и, безусловно, большая частота осложнений 3-4 степени, ну, примерно до 5-10%. А ниволумаб и пембролизумаб – это в целом более благоприятный спектр токсичности со стороны желудочно-кишечного тракта, и вот такие методы визуализации, не знаю, может быть, это более даже удобно, мы видим, что для ингибиторов сетилы Е4 примерно треть больных будет иметь различные проявления колита, и примерно 12% больных будет иметь осложнение 3-4 степени. То есть, в принципе, каждый десятый пациент. А для блокаторов PD-1 и PD-L1 это процент довольно низкий, не более 10% общая частота и не более 2% осложнения 3-4 степени. То есть, в принципе, действительно, это более благоприятный вид осложнений. А если мы говорим уже о комбинированном использовании препаратов, то здесь до 60% больных имеют осложнение в виде диареи или колита. Поэтому, конечно же, то осложнение, которое нужно вовремя распознавать. По срокам развития также заштрихованный столбик – это более ранние сроки развития для больных, которые получают комбинацию препаратов. Мы видим, что примерно уже через 2 месяца уже риск этот развития выраженного колита он может быть. И в спектре летальных исходов колит тоже имеет, к сожалению, свою долю. Конечно, он уступает, слава богу, миокардиту, который сопровождается летальностью, практически фатальное пока проявление токсичности, но уступает пневмониту, гепатиту, но тоже может приводить, к сожалению, к развитию летальных исходов. Механизм развития, ну, в принципе, он, как мы уже говорили, и ясен, и не ясен, да, это, разумеется, вот это вот атакующее действие иммунной системы, выделяются различные цитокины и фактор некроза опухоли, и интерлейкин-17, интерлейкин-22, и другие цитокины, на которые как раз-таки можно воздействовать с помощью различных антител или ингибиторов тирозинкиназ, и которые препараты эти, они, во-первых, используются в ревматологии, блокаторы ряда этих цитокинов, и они сейчас из ревматологии постепенно пытаются их использовать или изучать при купировании наших осложнений. Тоже немножко позднее об этом скажу. Симптомы самые различные могут быть. Может быть и изолированная диарея, а может быть уже и симптомы колита. Причем на самом деле мы понимаем, что диарея – это все равно проявление колита, такое понятие как микроскопический колит. То есть этот колит будет только выявлен только при биоптате слизистой, только при микроскопическом подтверждении, что да, явление колита есть. Потому что диарея – все равно это проявление уже какого-то воспаления. А спектр симптомов может быть самый разный. И тошнота, и рвота, и запоры. Потому что, опять же, мы помним, мы сегодня говорим как бы о колитах, ну, это нам привычно, да, но может поражаться ведь и тонкая кишка, и желудок, и пищевод. То есть может быть поражение верхних отделов пищеварительного тракта с тоже достаточно большой долей вероятности. Поэтому об этом забывать не нужно. Могут быть и стоматиты, и явление дисфагии, эзофагитов и так далее. Лихорадка, анемия, в тяжелом случае перфорация кишки. И на самом деле это те осложнения, которые были, которые требуют уже экстренной помощи.
Эндоскопические исследования, то, что мы сказали, что, в принципе, мы, наверное, мы в своей практике, может быть, недостаточно активно используем, потому что по всем современным рекомендациям, конечно, это такой метод, который используется уже при диарее второй степени, если на более двух недель, то есть если стул чаще 6 раз в сутки в течение более 2 недель, то это уже показание для выполнения эндоскопического исследования. И, безусловно, если общее состояние пациента ухудшается, если имеется обезвоживание, картина сепсиса, кровотечение, это уже такое абсолютное показание для выполнения эндоскопии. Диарея 3-4 степени – также показание для выполнения эндоскопического исследования. Причем предпочтительно тотальная колоноскопия, поскольку, на самом деле, может быть поражение при осмотре нижних отделов кишки, мы можем пропустить наличие поражения более верхних отделах. Ну, альтернативой является ректосигмоидоскопия, но это менее предпочтительно. И при исследовании мы видим все проявления характерные, да, и эрозии, и гиперемии, и извезления, и явление отека выраженного. Разумеется, чаще дистальные отделы толстой кишки, но, как я уже говорила, это может быть и более верхние отделы, эзофагиты и гастриты. И, в частности, в одной из работ такие интересные данные о том, как может по-разному выглядеть картина эндоскопическая у разных пациентов. Первый, например, слайд – это диарея второй степени, но нет патологии при колоноскопии, то есть явление как раз микроскопического колита. Внешне здоровая слизистая, но проявляется диарея. Мы видим, что может быть и диарея, плюс еще классические, но ожидаемые как будто отеки, эрозии слизистой оболочки. Может быть диарея второй степени, также дисфункция С, да, без какой-либо патологии со стороны колоноскопического исследования. И может быть диарея такой же третьей степени, но с множественными уже язвенными дефектами. И вот как раз нижние два Е и F – это исследование одного больного. Мы видим, что у пациента диарея первой степени, в нижних отделах кишки патологии нет, но при осмотре более высоких отделов, восходящего отдела толстой кишки, отеки и глубокие язвы. То есть вот у одного и того же пациента, если мы полностью не осмотрим кишку, то мы можем пропустить вот такие выраженные изменения, которые, ну, на самом деле, здесь, в нижних отделах, они никак себя не проявляют. А компьютерная томография тоже может нам помочь. Используется она при наличии лихорадки, при наличии интенсивных болей в животе, ну и, безусловно, помогает в таких серьезных заболеваниях по состоянию, как перфорация кишки, токсическое расширение кишки. То есть это все может нам помочь использование компьютерной томографии или ПЭТ-КТ. При гистологическом исследовании биоптата, в принципе, те же самые изменения, говорящие об повреждений со стороны иммунной системы. И лабораторные тоже не нужно забывать исследования, которые могут нам помочь. Это повышение уровня белков острой фазы, целеактивный белок, повышение уровня фекального кальпротектина. В частности, алгоритмы, представленные в этом году, в 2018, в прошлом году, говорят о том, что при появлении картины колита или диареи у пациентов, получающих ингибиторы иммуноточек контроля, мы, в первую очередь, исключаем другие виды флоры патогенные, да, или клостридиальную инфекцию, цитомегаловирусную инфекцию. И в плане обследования, особенно при второй стадии и выше, при второй степени и выше, мы уже оцениваем острофазовые белки и фекальные кальпротектин и лактоферин. Алгоритмы, в принципе, здесь еще раз просто упомяну, что полностью зависит от степени тяжести. И если мы не видим эффекта от кортикостероидов при лечении больных второй степенью тяжести на протяжении 2-3 дней, то мы обязательно переходим уже на алгоритмы лечения 3-4 степени тяжести. То есть уже переход на внутривенные более высокие дозы кортикостероидов, при отсутствии их эффекта уже переход на иммуносупрессанты, инфлексимаб, и на такой уже новый препарат, он сейчас уже зарегистрирован даже, как препарат, используемый уже при резистентности к инфлексимабу. Видализумаб, антитело к альфа-4 интегрину, как раз те цитокины воспаления, которые могут быть. Ну, это наш клинический опыт. Мы дважды использовали при терапии колитов инфлексимаб, и оба раза успешно, довольно такие показательные снимки, что было при неэффективной высокой дозе кортикостероидов и эффект применения инфлексимаба. К сожалению, то, что мы уже сказали, что резистентность, рефрактерность к стероидам, она может быть, и у кого она развивается, мы, к сожалению, не знаем, поскольку проспективные исследования пока еще только, ну,
или планируется, может быть, только если будут начинаться. И таких маркеров, которые говорили о том, что этот пациент, скорее всего, будет резистентен к стероидам, или у него будет эффект стероидной терапии, этих маркеров нет. То есть, может быть, у некоторых пациентов нужно изначально использовать более сильные иммуносупрессанты. Но, в частности, для колита считается, что если мы обнаруживаем эрозии язвы при эндоскопическом исследовании, то уже здесь не имеет смысла использовать стероиды, а, может быть, сразу переходить на иммуносупрессоры. Именно поэтому еще, кажется, польза эндоскопического исследования, она существует. И возможность коррекции изучаются очень активно. Мы видим, что какой перечень и антител к различным воспалительным цитокинам, и ингибиторы тирозинкиназ, используемые для некоторых, некоторых медиаторов воспаления, они базируются на прямом селективном ингибировании этих цитокинов. Ну, перечень, их, видите, огромный, и препараты, список препаратов тоже довольно большой. Почему эти препараты уже зарегистрированы, они используются, ну, в основном в ревматологии, конечно же. Если мы говорим о колите, то поскольку он схожен с болезнью Крона, то те препараты, которые изучаются в лечении больных болезнью Крона, вот как раз вот различные виды антител и ингибиторы вот янускиназ, которые тоже часто используют, в патогенезе участвуют, вот эти препараты можно пытаться использовать, хотя, опять же, по опыту больных, имеющих ревматоидный артрит или другие ревматологические заболевания, именно эти препараты у этих больных приводят к риску перфорации толстой кишки. Поэтому, насколько вот мы можем использовать у нас, да, не повышаем ли мы риск перфорации или ухудшения вот этих вот состояний патологического, тоже нужно, конечно, все это изучать. И все это вот пока только направления, в которых нужно двигаться и проводить дальнейшие исследования. Ну, по крайней мере, препарат, о котором мы говорили, ведолизумаб, он уже даже внесен в рекомендации при резистентности к инфликсимабу. Остальные препараты пока еще не вошли в стандартные рекомендации. Ну и, наверное, я уже по времени выхожу, да. Если мы говорим о том, что комбинированная терапия приводит к развитию осложнений, довольно часто и довольно серьезных осложнений, можем ли мы возобновлять терапию этими препаратами? В принципе, считается, что можем. Конечно, уже не комбинированные, а только ингибиторы PD-1. И риск развития осложнений, он, конечно, намного меньше, чем при использовании комбинации. Поэтому если мы видим, что комбинированное лечение данному пациенту не подходит из-за токсичности, то попытаться оставить ингибиторы PD-1 мы имеем полное право. То есть у пациентов может не быть таких серьезных осложнений. И даже интересно, что ряд осложнений может развиться до нового. Если, например, мы из-за каких-либо осложнений со стороны других органов мы прекратили лечение ингибиторами PD-1, то могут такие же осложнения развиться, ну, впервые при использовании уже ингибиторов только PD-1. Ну, поэтому, на самом деле, у нас новый этап развития онкологии, безусловно. Поэтому, если мы говорим об иммунотерапии, то, конечно же, нужно уже выбирать те группы пациентов. Во-первых, те пациенты, которые нуждаются в комбинированной терапии как таковой, как более токсичной. Дальнейшее изучение механизмов возникновения осложнений, поиск маркеров, которые могли бы предсказать развитие этих осложнений. Причем, действительно, они могут быть и генетические, и какие-либо суррогатные лабораторные параметры. И селекция больных, которые нуждаются в более интенсивной или более агрессивной иммуносупрессивной терапии. То есть те как раз пациенты, которым будут достаточно эффективны кортикостероиды, или те пациенты, которые в более ранние сроки должны переходить на терапию уже более выраженными иммуносупрессантами. Поиск предикторов рефрактерности к стероидам, комбинации различных стероидных препаратов с антителами или ингибиторами тирозинкиназ, которые могут нам помочь максимально быстро прервать аутоиммунные процессы. Ну и, безусловно, необходимость перспективных исследований, которые помогли бы нам разработать алгоритм коррекции осложнений. Благодарю за внимание.